Творческий фестиваль «Бродвей в кармане» прошел в Ульяновской области в третий раз и еще раз показал, как много талантливой молодежи проживает на территории региона. Уникальный проект родился спонтанно. Его разработали члены детской общественной палаты в ходе деловой игры. Главная цель фестиваля – дать возможность детям и молодежи от 7 до 35 лет из самых отдаленных сельских поселений показать себя и продвинуть свое творчество. Детская общественная палата, она всегда креативит, выискивает всегда новые какие-то механизмы, чтобы и молодежь оставалась в нашем регионе. Взять эти проекты оттуда и остаюсь. Но действительно, делать очень много. Я в очередной раз повторяю, что взрослая общественная палата даже есть в чем-то поучиться у детской общественной палаты. На площадке импровизированного Бродвея мы познакомились с мастером по прядению и вязанию Сардором Гавачаевым. Он учится в Ульяновском государственном аграрном университете на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии. По его словам, интерес к вязанию у него появился в 5 классе, а прядением занимается с 8 класса. Теперь Сардор увлекается вязанием платков в стиле Оренбург. Мир прядения и вязания усовершенствовался. В плане веретена поменялись, вышли, турецкий веретен тоже раньше были, немножко улучшили их. И прялки, русские прялки, вспомните, да, как у бабушки в деревне была прялка, и тут такая прялка уже, а космический корабль. Фестиваль познакомил участников с разными направлениями творчества, в том числе сборкой контактной сварки элементов холодной ковки. Студенты колледжа экономики и информатики УлГТУ под руководством Талгата Боисовича Ибрагимова продемонстрировали, как можно сделать розы из металла. На этих изделиях мы в первую очередь отрабатываем все трудовые приемы, то есть разметка, рубка, резка, гибко, и даже потом впоследствии немножко небольшие азы сварки, то есть ребята собирают ее полностью сами и потом забирают домой, дарят маме или любимой, то есть с удовольствием приходят и занимаются в мастерской. Завершился фестиваль концертной частью, на которой свои номера смогли представить вокалисты, танцоры, музыканты, участники циркового искусства со всей Ульяновской области. Каждому участнику фестиваля были вручены дипломы об участии и памятные подарки. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.